Сегодня все взгляды болельщиков, да и журналистов были прикованы сюда, к биатлонному стадиону, к этой трассе, где боролись за пьедестал наши биатлонистки. Напомню, в спринте не сложилось, подвела стрельба и плохая погода. В итоге Дарья Добрычева в турнирной таблице привезла 46 секунд отставания. В итоге сегодня стартовала 9-й, но для трехкратной олимпийской чемпионки это не критично. Но и сегодня что-то не сложилось. В итоге всю гонку лидировала уже двухкратный олимпийский чемпион Лаура Дельмайер. Как бы то ни было, та же Даша Добрычева, та же Кузьмина, понимаете, они все равно наши. Сейчас у россиян команда в очень усеченном составе, да, но все равно бегут белорусы, и за белорусов болеем, и за украинцев болеем, даже за казахов болеем. Безусловно, не последнюю роль в распределении медалей сыграла погода. Низкие температуры здесь ощущаются по-особенному, как минимум вдвое холоднее, чем показывает термометр. Техника, телефоны, все разряжаются буквально за несколько минут, а соревнования переносятся дисциплина за дисциплиной. О похолодении предупреждают и представители оргкомитета Олимпиады. Говорят, такая погода продержится еще пару дней.